Подожди секунду, я сейчас приду. Да, хорошо. Не забудь. Окей. Вы все уходите? Денин, я вызвал водителя. Давай подвезу. Мне тоже в общежитие? Может, подвезешь и меня? А, Денин. Господин Ван сказал, что может отвезти меня. Отвези Джоу Сяошаня. Пока. Пока-пока. Денин, я... Сяошань, мы уходим. Пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Мы тоже уезжаем. Да, давайте, пока. 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 Всем пока. Денин, напиши мне, как доберешься. Где машина? Там. Господин Ван, большое вам спасибо за то, что подвезли. Без проблем. Эй, Дзянин, ты ведь нравишься господину Циню? Нет, вы не так поняли. Дзянин, ты достаточно взрослая, чтобы иметь молодого человека. Я все еще несовершеннолетняя. Правда? О чем мы только что говорили с Дзянин в коридоре? О работе. Она рассказала мне, что ты влюбился в коллегу по лаборатории. Но я думаю, она ошибалась. Это не кто-то из ее коллег. Доктор Цинь, ты ее умнее. Итак, человек, который тебе нравится, а что? Свести нас хочешь? Это зависит от того, в кого ты влюблен. Если ты влюблен не в того человека, и что тогда? Я прошу тебя сдаться для твоего же блага. Похоже, доктор Цинь очень четко знает, в кого я влюблен. Джоу Сяошань, твое положение жалкое. Брось, оно не жалкое. В тот день, когда вы были вместе, мне не обязательно было звонить. Но я позвонил. Знаешь почему? Потому что знал, что она выслушает. Еще увидим. Дзянин, ты уже знаешь ответ? А? Я и правда влюблен в кое-кого из лаборатории. Но твои варианты ошибочны. В лаборатории не так уж много людей. Исключения правильные. Глупышка. Между мной и Джуджу нет отношений. Да не нравится она мне. Тогда кто же тебе нравится? Мне нравится. Скажи мне, я могу помочь тебе. Разве ты не хочешь знать? Знать что? Кто тот человек? Не может быть. Да не может быть. Сестра, о чем ты задумалась? Да ни о чем. Должно быть кое-что. Просто скажи, 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 скажи. Прекрати, я так раздражена. Раздражена? Что тебя раздражает? Поговори со мной, позволь мне разрешить эту проблему. Расскажи мне, сестра! Скажи, скажи. Я бы тебе понравилась, если бы ты была парнем. Тебе кто-то нравится? Кто? Кто он? Кто он? Да никто, я просто спросила. Не может быть, чтобы ты просто спрашивала. Тебе кто-то сказал, что ты ему нравишься? Скажи мне его имя, скажи. А, да никто. Как я могу кому-то нравиться? Я трудоголик, я совсем неинтересная. Как я могу кому-то нравиться? Я же знаю, какая я. Что-то не так, определенно что-то происходит. Определенно. Ты мне не расскажешь? Расскажи мне, расскажи, просто спать, расскажи все, мне. Ну, пожалуйста, пошла. Сестра, не уходи, сестра. Да... Ugh.
Посмотрите на нее. Ну, посмотрите. Это потому, что она поняла, что наставник влюблен в нее? И она пытается скрыть это от меня.